Главное предложение только этого часа – это, конечно же, брюки Хельга. Практически каждая вторая из пяти выбирает на летний период для времяпровождения на работе или на отдыхе именно брюки. Какими брюками будут именно ваши – это, конечно же, вам решать. Но телеканал Шоп-н-Шоу предлагает для вас удобную, комфортную конструкцию от бренда Симона. Классические варианты цветов, хороший состав на основе вискозы и хлопка обеспечат комфорт и безопасность. А вот обычный классический элегантный образ кроя обеспечит вам комфорт и удобство. Высокая посадка, эластичная резинка и хорошая длина, всего лишь 1 метр, позволит нашим невысоким дамам и, конечно же, дамам роста дюймовочки чувствовать себя максимально удобно в этих брюках. Алло-красный цвет вам сейчас на подиуме демонстрирует Ксения, сочетаясь с кипменно-белым цветом футболки, которую вы тоже можете заказать из прямого часа. Футболка называется Кэссиди. А вот наша Ольга выбирает для себя как раз-таки цвет голубой, нежный морской оттенок и добавляет к нему уже розовый цвет нашей футболки. Также есть у нас с вами насыщенный горчичный оттенок, по факту такой спелая манго, один из самых актуальных фруктов именно этим летом. Также цвет красный, насыщенный, благородный. Помним, да, что 23-й год как раз провозглашен этим цветом. Прохладный голубой цвет, который вы видели в 50-м размере на Ксении, классический темно-синий, самый, кстати, идеальный, и я вам рекомендую его забирать в первую очередь, он очень практичен даже на осень. Очень модный в этом сезоне бежевые тона, такой цвет песка у нас с вами. И, конечно же, самое, наверное, пожалуй, популярное на лето, это, конечно, кипенно-белый. В начале месяца я представляла его в качестве главного предложения дня. У него была цена 1299 рублей. И как раз-таки белый цвет брюк я даже примерил на себя и протестировал. Тем самым вам рассказал именно свои ощущения. Делюсь именно с вами. Во-первых, тканное полотно не просвечивает. Во-вторых, в прохладную погоду, когда выходишь на улицу, ты не чувствуешь легкого и такого, знаете, перехода, когда кажется, как будто ты без штанов. Ну и, конечно, при этом за счет эластичной резинки их можно выбирать в собственном и не в собственном размере. Сейчас на экранах вы видите как раз-таки такой процесс, как вы будете себя чувствовать комфортно. Какие преимущества вы получаете, помимо того, что здесь качественный состав и удобный крой? Это, конечно же, у нас с вами база. А база, это значит, такое изделие очень хорошо интегрируется в любой гардероб. Неважно, какие ваши предпочтения по стилю, они всегда очень хорошо вписываются. Ну и, конечно же, все подиумы пестрят именно такими морскими оттенками. Ведь сейчас лето, и это актуально. Это белые, красные, обязательно синие морские тона и, конечно же, песочные. Что у бренда Симона является главным приоритетом. То есть вдохновение именно морем, песком, океаном, водной гладью и, конечно же, небесной гладью. И, безусловно, конечно же, красный цвет – это олицетворение солнца или того красивого заката, под которым вы будете романтично сидеть. Что касается размерной линейки, то у бренда Симона она стандартная. От 48-го она стартует и 62-м. До 60-го размера у нас с вами заканчивается. Данные брюки соответствуют размеру. Здесь у нас с вами эластичная резинка, причем отмечу, как обычный даже потребитель, она прострочена посередине, что обеспечивает более гармоничную гармошку, а это значит, что когда вы поверх надеваете футболку или блузу из более тонких материалов, то пояс не выделяется, не создавая лишнего объема. Высота посадки максимальная и удобная, и, конечно же, брюки имеют стрейчевую нить в составе, что обеспечивает им, видите, максимально хорошую растяжимость и эластичность. Голубой цвет в 50-м размере вы видите сейчас на нашей Ольге. Она выбирает для себя, при этом у нее есть запас и футболка Василиса за 999 рублей. То есть брюки 999 рублей, футболка за 999 рублей, менее 2000, красивый элегантный образ. Ксения выбирает для себя образ и уже блузу заправляет брюки, тем самым доказывая, что за счет высокой посадки блуза Кэссиди в заправленном виде не портит силуэт и при этом дает возможность продемонстрировать более удлиненную форму ног. Ну и, конечно же, данные брюки у нас хорошо впишутся именно в рабочий гардероб, потому что чаще всего одежду мы приобретаем для того, чтобы ходить на работу. Уже вторым у нас с вами стоит задача на отдых. В данных брюках можно поехать как раз-таки на отдых, да, многие собираются в отпуска. Это, конечно же, у нас с вами брюки для просто для прогулок, для повседневной жизни, а зимой их даже можно будет применить как сменные
пара брюк, приходя на работу, переодеться. Плюс я вам также рекомендую за счет оттенков нейтральных классической формы брюки хорошо впишутся даже в гардероб, где требуется дресс-код. Или, например, вы собираете сами самостоятельно себе униформу. Это может быть и медсестра, и дама, которая работает кондитером или поваром, это дама-администраторы, сомелье и так далее. То есть разные профессии, косметологи, массажисты тоже могут выбрать для себя такие брюки. Так как сегодня цена 999 рублей, то можно выбрать как минимум 2-3 пары у нас с вами таких брюк. Ухаживать за ними тоже очень легко. Мы стираем с вами при температуре не выше 30 градусов, не применяем отбеливание, но только в случае, если белого цвета. И, конечно же, с вами их гладим на 110 градусов. Желтый, красный, голубой, красивый бежевый цвет, кипенно-белый и темно-синий, который я рекомендую как стилист и как прагматик в первую очередь. То есть взяли один цвет яркий, другой взяли темно-синий. Почему темно-синий? Потому что он самый немаркий, очень хорошо интегрируется в осенний период. Качество изделия у нас с вами не только в выверенных лекалах, не только в эстетике бренда, то, что он имеет определенный почерк и всегда его отличим он от каких-либо других брендов, это еще и, конечно, качество работы. Старается наш дизайнер именно бренда подыскивать фабрики, которые очень комфортно работают. Смотрите, вот здесь, например, у нас с вами не только идет отстрочка подвернутого края, у нас с вами еще сам оверложный край обработан и закреплен скрытым швом с внутренней стороны. То есть получается, что у нас здесь с вами двойное крепление. Помимо лицевого шва мы еще с внутренней стороны видим подгибку, что обеспечивает дополнительную работу. А это значит, что надо ваши одежды, даже самой простой, старались, работали и каждую деталь продумывали. Забираем размер в размер. При желании можно выбрать даже и размером плюс. Это позволит брюки сделать более свободные. Максимально высокая посадка. Длина 1 метр от бокового шва. С внутренней стороны 78 сантиметров. В 50-м размере обхват бедра у нас с вами составляет больше, чем по таблице. Это значит, что можно поправиться. Эти брюки будут хорошо сидеть. И вискоза хлопок в составе. Ваш любимый бренд Симона. Желтый, красный, голубой, бежевый, белый и синий. 999 рублей.